Білгород-Дністровський центр культури та дозвілля. Тут постійно проходять різноманітні вистави, концерти, шоу. Його відвідують знамениті артисти та актори. І, звісно, він є улюбленим місцем відпочинку акерманців. Вони йдуть сюди, аби насолодитися мистецтвом та зарядитися позитивними емоціями. Але керівництво центру та місцеві посадовці знають, які наразі тут існують проблеми. Саме про них нам розповіла Ніна Швачка. И когда проектная документация была готова, возник вопрос не только у управления капитального строительства, но в первую очередь у нас. Дело в том, что мы давно страдаем крышей Центра культуры и досуга. Даже дошли уже до такого момента, когда в центре зрительного зала у нас во время ливня тоненькой струечкой текла вода, мы подставляли ведра и сами пытались посмотреть, и приглашали специалистов, то есть нашли такой момент, что нужно срочно, в первую очередь, делать крышу. Ну, так, как положено, обычно ремонты начинаются с крыши. Як зазначила Ніна Швачка, одна бригада будівельників вже майже закінчила свою роботу та усунула усі недоліки. Серпневу негоду у Центрі культури та дозвілля пережили без проблем. Они все сняли, пересмотрели, там, где не хватало кусков, сделали, то есть полностью обновили нам периметр здания водосточными трубами и ливневую систему полностью заменили. Вот, поэтому мы надеемся, что при любом дождике у нас не будет бежать по стенам, потому что это тревожило не только нас, а в зимний период тревожило и родителей, и нас как работников, и детей. Дело в том, что при строительстве не были учтены задержатели снега, и мы просто всегда огораживали зимой, на репетицию ребята ходили, огораживали все лентой, чтобы, не дай бог, не свалились, а они просто валились огромные глыбы снега. Також у планах укріпити одну з будівель Центру культури та дозвілля, яка майже в аварійному стані. Тріщини можна побачити неозброєним оком. Когда обследовали это здание, решили, что прежде чем делать все внутри, его нужно укреплять фундамент полностью, потому что здание это немножечко отошло и несет такую аварийную ситуацию. Очень бы хотелось уже в новом зрительном зале с новыми креслами, чтобы наш зритель чувствовал себя уютно, комфортно и присутствовал в той атмосфере творческой. Но, к сожалению, так заведено и так положено сначала выполнить вот работы, предшествующие завершению. Мы будем надеяться, что все это будет сделано в кратчайшие сроки. Ну а поки будівельники роблять свою справу, співробітники Центру культури та дозвілля готуються до нового осіннього сезону. У вересні до Білгород-Дністровського завітає Львівський театр, а Володимир Красовський, режисер, працює над новою новорічною казкою. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.